Лотерея радикалов и декларации полицейских миллионеров должна проверить парламентская комиссия. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер соцпартии Сергей Каплин. По его словам, во главе угла декларации чиновников первого эшелона власти. К примеру, лотерейное везение Ляшко на 500 000 и элитная недвижимость в подарок родителям от главного следователя БУТа.